Ответьте на несколько важных вопросов. Много у вас фото и видео со своими родными? Видео с родителями не сохранилось? Нет. В принципе, очень мало. Да. К сожалению, мы мало снимаем своих родителей. Не очень. Где вы храните семейные архивы? Пэр засел тут? Хороший вопрос. Такой чемоданчик. Сложила все туда. Мамины архивы. В бумажных фотографиях в альбомах. Маленький кусочек, как диафильм. Фоки, наверное, через 10 я ему все-таки покажу, какие вины, какие я был смешнее. Когда вы начали прислушиваться к советам своих родителей? Наверное, вот только недавно. Я дуже сильно від них залежу. Благодаря этим людям я увидел, что надо поменять. Есть такие моменты, которые родители не говорят вслух. Хотели бы увидеть маму, папу, дедушку и бабушку в своем возрасте? Да, конечно. Все, наверное, хотели бы. Да. В взрослом виде уже, как она бабушка, и так, какой она была молодой. Можете как-то фантазовывать. Какие они были? Насколько мы были похожи. Худой такой, усы. Ну, он смешной, наверное, был. Я даже не помню его, кстати, фотки. Что хотели бы услышать от них? Цікаво було їхні думки почути, перш за все. І сравніть, що найголовніше. Як же було розвиття? Вона мені дала життя. Вона мені дала просто максимум, який чоловік може дати своєму дитині. Є що сказати внукам, правнукам? Внукам і правнукам. І самому собі. Себе в будущее. Глубь, чесно так, проникли. Це як фантастика, окунувся на время назад. Я счастлив. Люди, они моменты, мы зараз трошечки втрачаем. Если бы я вот сейчас жил, и я знал, что мой, там, кто-то прав, ну, посмотрит на меня, я бы сейчас бы некоторые поступки бы не делал. Очень хочу вот догнать это упущенное, поэтому у меня сейчас, я уже в телефоне, при каждой встрече, при каждой возможности делаю фотографии с мамой. Люди, они, мне кажется, живут одними желаниями, одними надеждами. Если бы мне те мозги сейчас вернуть на 70 лет назад, я бы просто поступала по-другому. В этом ценность жизни. Мне очень интересно просто. Это просто было бы бесподобный опыт. Кто это начнет?